Эй, здорово, здорово, ёпта! Привет! Чё ты там, как ты там, не соскучился? Пельмени наше все. Это видео про яйцо. Ставь свой княжеский лайк, а то князь, когда яйцо, что ты нам не снимаешь туда-сюда. А лайк-то хер кто поставит, хер кто поделится, хер кто напишет комментарий. Так что, рибзя, ёпта. Вот, давайте, усаживайтесь поудобнее, располагайтесь и расслабляйтесь. Умиротворяйтесь, что угодно делайте. Главное, смотрите, мы на аккаунте яйцо, жмем на бесплатную попытку, нам ничего не падает. Это аккаунт бездонатный. Нет в нем вливания каких-либо средств. Тут все хорошо. Знаете, аккаунт натурала. Вот, играю, если что, да, без доната, ребзя, есть отдельный плейлист с яйцом, но это все не суть, у нас 1000 самоцветов, ребятушки, 1000 самоцветов, а тут бац, и 1500 самоцветов, вы сейчас узнаете, зачем это надо, мы на бездонатном аккаунте будем прокачивать донатного героя. Так что усаживайтесь поудобней. С чего начнем, не знаю. Возможно, возможно, это будет последняя прокачка на данном аккаунте. Последняя прокачка. Последняя. Возможно. А может быть и нет. Вы пишите в комментариях, что вы думаете, а? Ребят, вы пишите в комментариях, что вы думаете, о чем вы мыслите, ребзя, а? 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 Так, яйцо, 202 тысячи силы, кого я хочу прокачать? Конечно же, дуэлянта многие просили, и сейчас мы придем к этому. Да, вот ты где, смотри, уже, а, я хотел сказать, уже с талантиком, но нет, давай мы тебе огненку, огненку. Стандартную, скучную, невообразимую огненку возьмем и выбьем. А, милость пророка. Тяжелый удар. Просвещение. Милость борца. Приговор. Смертельный удар. Огненная защита. Изи. Изи падает, как дерьмо. А, так, оп, оп, оп. Оп, оп, да, сразу девяточка. Смотри сюда, просто изи, изи, бац, книжечки используем. И у нас все по красоте. Да, ну давай, ладно, так уж и быть, эти синие поиспользуем книги. Ну, а куда без них, а куда без них? Что-то я вам должен был рассказать, но ничего не рассказал, друзья. Что-то должен был, но не рассказал. И как бы меня это, конечно, пугает, это не может радовать, но... Я думаю, что мы этот момент в жизни каким-либо образом возьмем и переживем. Вырастить. Так, яйца, яйца, наше все. Яйца. Яйца наше все. Яйца. Яйца. Так, ладно. Смотри ситуацию. Смотри ситуацию, да? Опа, у нас есть мана. Мана, мана это наша, грубо говоря, так, 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 угу, есть мана, дальше герой, усовершенствовать. Так, что-то я туплю вообще. Ой, ну конечно, мне сейчас вот это тут все вылетит. Что мне надо? Что мне надо? Золото и маны, вот что мне надо. Золото... А, я хотел уже начать ныть, что вот, золото заканчивается. Как жить дальше? Что делать? Вот так, 1000 самоцветов. Есть. Все, нормально. Замечательно. Идем дальше. Так, что у нас? Что у нас? Что он? Оп, заходим сюда. Усовершенствовать. Ну да. Ну да. И прям по красоте. И смотри, и мана вот сюда пошла, да? Замечательно ведь. Все ж хорошо. Так, дальше.
Подожди, я так и не улучшил навык предмета. Смотри, опа. И все. И все, и сразу. И на максималочке, да. Ой, у нас даже повторка есть. Ну, да мне пофиг, я использую. Так, вот это я тоже куплю, потому что могу, потому что я богат, потому что я играю на бездонатном аккаунте. Понимаешь, играя на бездонатном аккаунте. Так, здесь у нас закончились ресурсы. Мы можем здесь немножко поугарать, наверное, да? Так. Сейчас просто изи ему вторую эволюцию. Дальше. Дальше, что мы делаем? Есть. Так, заходим, друзья, сюда. Улучшаем навык. Усовершенствовать. Так. Оп. Опа. Опа. Так. Сила Сибири. Так, золота не хватает. Ну, подожди. Но зато мана полная. Что я туплю-то, а? Что я туплю-то, ребята? Ну, чё вы? Чё вы? Это же добрая старая прокачка. Что мы куда засунем? Чё куда сувать будем? Это мы вот так вот сделаем. Да. Замечательно. Усовершенствовать. Та-дам! И чё ещё? Чё ещё сделать-то? Ну вот уже первая эволюция есть. Да, ну... А, стой, нам на максимум прокачивать не надо. Я что-то подзатупливаю, отлично. Ну, не то, что я подзатупливаю, отлично, а то, что у меня все-таки, несмотря на то, что я подзатупливаю, у меня, грубо говоря, получается прокачивать этого шмеля. Так, дуэлянт. Причем, знаете, самое интересное, на аккаунте есть дуэлянт, но при этом, ребята, при этом нету стрелка. Как жить вообще с этим? Вот, не понимаю. Так, у нас первый уровень. Используем книжки. У нас, грубо говоря, ребята, вторая эволюция. С этим можете поздравить. Так. С этим можете меня поздравить. Так. И маны у нас тоже нету. Сейчас мы это все дело быстренько вместе с вами просто нагнем. Оп. Оп, оп, ла-ла-ла. Так, усовершенствовать. У меня часы говорят. Время двигаться, говорят часы. Ну, мы их слушаться не будем. Тут вот, техника побратила, похоронила, нет. Захватила этот мир. Я говорю, скоро моя стиральная машина будет учить меня жизни. Нахер мне это надо, скажите, друзья. Вот нахер мне это надо. Так, окей, дальше. Так, не останавливаемся, твою ж дивизию, мы записываем скучное видео. И оно должно быть скучным, я сказал. Оно должно быть скучным, друзья. Оп. Так, мана закончилась. Что у нас? А, ну тут как бы с этим все хорошо. Дальше просто ману расчехляем бесконечно. И берем все, прокачиваем. И просто качаем. Оп. 90-й просвет, да, смотри, снова берем. Расчехляем ману. И снова берем, просто ну, так вот. Смотри. Оп. И еще 5 просветиков. Это, наверное, мне раза 2 надо еще расчехлить. Открыть. Оп. Смотри. Оп. Эй, так. Подожди-ка, что-то я туплю. Где ты? Вот он. Рун, смотри. Оп. И да, не хватит, я же говорю. Ну все, вот теперь точно последний раз, понимаешь? Вот сейчас точно последний раз. И давай. Эй! Оп, ла-ла-лей. Так, герой. Эмблемы, я не знаю, что ему. Эмблемы ставить. Пускай носится. Пущай носится, не знаю. Я уже не знаю. Вот так можно собрать. Снаряжение. Получить. Опа. Ну да, давай улучшаем. Сейчас мы ему сразу
созвездие прокачаем. Ой, у нас даже тут хватило, смотри. Оп, оп, оп. Эволюция, друзья. Ну, правда, у нас на эволюцию есть 1500 самоцветов только. Ну, что тут поделаешь? Что-то я сегодня какой-то непричесанный, неотесанный. Так, давай ему какой-нибудь там на жизнь что-нибудь такое, а? Необузданная ярость. Нет. Ослепляющий удар. Нет. О, священный суд. Пойдет. Пойдет так. Что у нас тут еще есть? Так, снаряжение. Созвездие. Тут у нас, конечно, да. Вот так вот. Баб. Баб, 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 баб. Берем, сдвигаемся. Не знаю, ну что, мы уклон ему выбьем. Точность, крит удар. Точность. О, пятый уклон. Ну что, давай здесь паролем, что ли. Посмотрим, что вообще падать будет. Я думаю, что ничего. И мы просто сейчас 1500 самоцветов, да, впустую сольем. Просто, ёпта, впустую. А, слушай, ну давай вот так вот сделаем, да? Вообще надо было просто пятерки, по сути, сюда ролить. Посмотри, да? Ну, крит удар, ну, как бы такое. Хотя у меня тут вариков нету, да? У меня самоцветов-то нету. О, ну, слушай. Не так уж все и плохо, скажу. Две точности, третья, четвертая, четыре уклонения четвертых. Живем, пацаны, живем. А дальше ему что еще для счастья, чтобы он вообще не понтовался? Питомец какого-то поставить, давай. А дальше, руны, судьба. Вот, судьба, судьба. Судьба, судьбинушка, погнали. Погнали, А, да, у нас тут все заканчивается. Точнее, уже закончилось. Летим дальше, не останавливаемся. Посмотрим, до сколько, доколе мы сможем прокачать судьбу. До какого вообще уровня, до какой отметки? До какой отметочки мы сможем это сделать? Так, судьба, а у нас 33 тысячи судьбы. Мы еще возьмем сегодня других героев, проверим, да, ребят? А? Повторок нету. Не беда, у нас есть кулачки. Так. 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 Есть, смотри. Отлично. Отлично, все, судьба закончилась. 35 уровень, это на самом деле, ну, я бы вам сказал, немало, да? А тут мы не можем, тут мы не можем. О! Командору можем прокачать. И причем не слабо так. Прям хорошо мы ее можем прокачать. А, тут уже судьба закончилась. Тут судьбы нету, здесь судьбы нету. Здесь судьбы нету. Как бы... О, у капитана Дрейка судьба появилась. Это хорошо. Это замечательно. Давай. Так, капитан Дрейк. Вражей. Ну и как бы и все. И смотри, у нас уже на аккаунте, по сути, это сколько, 12? 13 вторых эволюций. Могло бы быть и больше, если бы я не тормозил и не ленился. Но, тем не менее, это неплохо. Сейчас мы возьмем и прокачаем ему, знаете что? Прорыв. На какой уровень? Вы спросите. Князь, на какой уровень ты будешь прокачивать прорыв? А я вам скажу. На 15. Видите, мне 30 камней пламени выпало. Это значит, что будем прокачивать на 15 уровень прорыв. О, смотри, вот заходим сюда, да? Вот заходим. Воспламенение. Опа, авто. Авто. У нас еще 1600 книг и 6000. Ребята, 6000 камней пламени. Многие зададутся вопросом, почему? Почему, возможно, это последняя прокачка? Вот потому что. Потому что, я думаю, в следующем видео я вам все расскажу. Я вам все объясню. Вот. И как бы вот так вот. Потому что я не вижу смысла многих вещей. Я не вижу смысла многих вещей. Я не вижу
смысла. У нас уже, тем не менее, пятый прорыв. Я, знаете, я даже перематывать не буду. Потому что вот когда у нас есть возможность вместе с вами вот так вот спокойненько, тихо, в ламповой обстановочке посидеть, поговорить, хотя нет, каждый день такая возможность, на стримах в 9 вечера. Но вы, знаете, не всегда пользуетесь этой возможностью, да, ребят? Вот не всегда, что-то как-то вы не очень сильно пользуетесь этим. А могли бы пользоваться, но что-то как-то не пользуетесь. И это плохо, я вам скажу, это плохо, друзья. Могло бы быть лучше, но что-то вы как-то не очень. Да, и что самое интересное, у нас еще останутся камни прорыва. Ах ты, ёптую. У нас, смотрите-ка. Слушай, это интересная тема. Я что-то как-то никогда не мог додуматься, что камень апогея может когда-то закончиться. Слушай, это прикол. У нас камни пламени не закончились, но камни апогея закончились так, что мы даже до 10 уровня прорыва не смогли прокачать. Вот это, конечно, веселуха. 209 тысяч силы у нас теперь. Слушайте, все планы просто разрушились, обломались об стену, не знаю, бездонатного аккаунта. Ну, у нас тут есть халява. Кстати. Где парящий? Ой, забыл. Давай. Ой, два осколка целых огнекрыла. Ой, хорошо. Сокровище бога грома. Собери сам. Так, тут что, время? 1+1. Бинго, привет, весна. Так, и как бы магическая рулетка. Магическая рулетка. Выпало говно. Я не удивлен. Так, зайдем в фонарики желаний. Ай, 10 часов запарило. Вот. Так, слушай, я даже, наверное, я даже его что-то тестить не хочу. Ну, конечно, подожди, мы можем его затестить. Ну, смотри, что тестить? Кошмарка. 7-я. Пройдено. Что еще? Ну, древние испытания. Создать команду. Но тут у меня команда. Команда у меня тут красавчиков. Понимаешь? Команда у меня тут красавчиков. Так, вот только... О, вместо ведьмы можно дуэлянта поставить. Слушай, ну все, ну... Ну, прям по красоте. Ну, прям куда ни плюнь, все натуралы. Нормально. Ну и чё, да, не знаю, ну так-ка давай. Ну-ка давай, так, чё, кто у нас тут танковать будет, а? Кто у нас тут будет танковать? Я не знаю, сюда тыкву и там всех остальных выпускаем. Фрею чпокнули. Тыкву чпокнули. Всех чпокнули. Вообще, чпокатели. Сучьи чпокатели. Да, героев у нас становится все меньше. Же, может, был бы у нас, как и была бы у нас седна прокачанная. На самом деле, она бы могла помочь. Слушай, и дуэлянт, несмотря на все, на, как бы не на самую, несмотря на самую там не идеальную прокачку, но дуэлянт жив и мутит вещи, друзья. Дуэлянт жив, смотри, даже интересно взять и посмотреть, что будет дальше. Потому что они даже умудряются кого-то убить. А, ну хотя они напорятся на огнекрыло и отсосут немножко. Они напорятся, отсосут. А, и как бы 28 секунд, ребят. 28 секунд и... Да. Ну, смотри, героев почти всех ушатали. Просто не хватило взять и долбануть огнекрыло. Вот. Ну, ладно. Давай так. Давай потанкуем. Слушай, ну давай пофиг. Блять, и тыкву сразу. С хера ли тыкву-то сразу убивать? Ну, блядь, вы нормальные люди вообще. Чё тыкву-то сразу убивать? Чё
Что она вам сделала? Вот что она вам сделала? Слушай, от огнекрыла, да, герои проседают. Ты как его на расстоянии-то долбануть? Давай все вместе. Как одна большая дружная семья. Вылетаем, да, тыкву. Тыкву убивают. Да, и ее никто не воскресит. Да, всех убивают. 5 героев у нас. 5 героев. 5 героев. 5 героев. Да, 4 героя осталось. Ну, тут надо как бы уже шевелить мозгами, включать прямые пальцы, вот, про кишку свою не забывать, и пельмени. Ну, вот такое вот видео, друзья. Ну, тут как бы вот, да, вот что-то такое вот. Так что, если что, вы как бы, да, понимаете, зачем что. Вот, лайки там, колокольчики тоже там. Вот. Не под столом, а под видео. И пишем в комментариях, что вы думаете. Вот. Я думаю, что на этом все. Я вам пожелаю огромнейшей удачи. Вот. Целую вас во все помидоры. И пока.